Огромное разочарование, непонимание произошедшего, злость, которую можно направить только на самих себя. 45 безрадостных минут на одном из самых красивых стадионов мира. Игроки «Спартака» покидали газон, не глядя друг на друга. Но нашли в себе силы посмотреть в глаза тем, кто поддерживал их в матче с немецким суперклубом. Они не прятались и после, в смешанной зоне, не уходили от ответов. Еще раз проявив мужество, сумев взглянуть в глаза очевидному. Один из сильнейших коллективов России выступил в роли клуба для битья. Не забили много своих моментов, а Бавария забила свои моменты, поэтому и счет такой получился. У нас тоже были 100% возможности забить, но мы их не использовали. И пропустили сразу первые 15 минут второго тайма. Нельзя так было пропускать такие голы. Наверное, очень многие подумали, что матч уже у нас закончился, и вышли уже играть просто в футбол, в пляжный футбол. И первые минут, наверное, 15 второго тайма, это была дорога с, наверное, с односторонним движением. Ну, что-то вот в этом роде, потому что не понимал, что происходит. И за первые минут 10 уже счет был 0-3. Игра была уже решена. Без нападающих, конечно, играть нельзя. Это не укор, это факт. То, что, ну, еще могу сказать то, что играли сегодня, наверное, одни из лучших защитников мира. Это Луцо и Вальюнтон. Конечно, Саньоли, Сламом, игроки своих сборных, поэтому одному Роману было очень сложно, был брошенному в помощь Никита. Мы увидели, что получается. Практически у нас ничего не получалось с выходом Никиты. Вот. Ну, а еще раз говорю, у нас очень мало мастерства, чтобы играть вот на этом уровне постоянно. То есть мы можем максимум, что сделать, это сыграть один тайм 0-0 с Баварией. Вот это, конечно, обидно. То, что они прибавляют, это я заметил. То есть это было так и в Москве,